На бис! Ежегодный юбилейный фестиваль Кри Блокчат Фест! Спи давай! Белоконь Иван Сергеевич, YouTube-канал по Крыму с позитивом. Друзья, ну вообще прям... Молодцы! Молодцы! Спасибо большое, спасибо. Не ждали, а вы приперлись. Ждали. Кто еще не блогер, но хочет стать, обязан съесть. Это вот, я вам говорю, это счастливый пирог. Если вы съедите кусок, то станете... Я никогда не вру. Я правду говорю. Съедите кусочек, и место под блогерским солнцем попадет. Перед этим надо вас укусить. Я первая. Ну такая игра, карты раскладывать, короче. Нас. Дурак. Нет, еще. Пасьянс, покер. Пасьянс, только другое. Колбаса. На один, на другую. Три палки. Ребят, всем привет. Привет. Узнаете? Вот, Санёчек, канал Алексид. Путешествие по Крыму. Едем на Крым Блог Фест 2020. В ближайшее время у всех крымских блогеров смотрите примерно одно и то же. Мало ли кто-то что-то не зафиксировал, у другого это будет зафиксировано. Точно. Там по-любому все будут снимать. Едем сейчас в Ялту и будем все снимать самое интересное. Я думаю, будет весело. Я уверен, что будет весело, ребят, так что смотрите. Ангарский перевал. Сейчас мы перевалим. У Санька перекур. Заехали показать вам красивое такое место. Это Изобильницкое водохранилище. Которое дает, в принципе, всю питьевую воду по кранам в Алушту. То есть Алушта пьет отсюда. Привет. Ехали, ездили и наконец... Приехали, нас подождали. И вот сейчас едем за Ваней и Крым глазами местных. В таком красивом кабриолете. Ялта прям загружена. Привет. Лёва, наконец-то все собрались. Сейчас большой этой вот всей пирамидой, колонной, да. Едем уже до места проведения самого этого мероприятия. А вы приперлись. Ждали. Привет. О, Ваня, привет. Привет. Вот о, Саня, привет. Мы самые медленные, привет. Здрасте. Вадим Экстримов. Ваня, очень приятно. Какой канал? По Крыму с позитивом. Понял, все подписали, что... Сколько лет, сколько зим. Целый год не виделись. Да. Привет. Буквально с месяца к вату, все, потерялись. Ну что, продолжим? Конечно, обязательно. Привет.
Так, ребят, всех приветствуем на Крымблокфесте 2020 уже наконец-то. Блин, кто уже, не знаю, приезжает постоянно, это у нас пятый Крымблокфест. Первое. Костры мы не палим вообще. У нас есть вот за беседкой отделенная мангал-зона. Нам дадут сейчас угли, дрова, у нас есть мангал. Там мы только готовим на костре. Все, костра нигде, чтобы не было. То есть, если у кого-то кто-то подпалит костер, будьте готовы, вас просто приезжает, забирает милицию, увозит сразу. Причем даже я вызову. Почему? Потому что я за это отвечаю. То есть, если приедет сюда сейчас какой-то пожарник, это все увидит, меня уведут, грубо говоря. Да? То есть, мы договорились так, что костры не палим. Мусорник огромный находится вот здесь. То есть, собираем весь мусор. Свой, не свой, ну видим, где-то что-то обвадляется целлофан, но по дороге подобрал, выкинул в мусорник, все, чтобы чистенько у нас было, все было хорошо. Тут многие люди с детьми и так далее, не материмся, то есть, ребят, ну дети, да, то есть понятно. Какой-то, если кипиш, подходим ко мне или к Славе, то есть у нас будет как три, скажем так, главных организатора, у которых есть там и телефоны полиции и все, то есть полиция у нас на звонке. Меня Эльвир зовут, канал Крымобзор, это моя супруга Юля. А какой контент, что снимаете? Недвижимость. От Евпатории до Поповки в основном. Земля на берегу моря, да. Ну да, и так, круто. Путешествие по Крыму. Канал Крым Онлайн, большой информационный сайт onlinekrymia.ru. Вот так. Здравствуйте. Приветствую, Антон. Витя. Приятно. Че, как вы? Отлично. Где твоя палатка? Вон. А как ты семью? Самая большая. Палатка вообще. Ну, мы деток оставили дома, взяли только из нашего семейства котенка, Мурку. Серьезно? Да. Она вот, она где она? Девочка пошла. С Яной. Все украли. Яна Мурку полюбила еще с Поповки. Класс. Ну, то есть можно, смотри, лайфхак какой. Можно брать с собой домашних животных. Детей у нас всегда хватает на Крымблокфесте. И просто их детям отдать. Потом надо забрать. Как развлечение, да. Единственное, очень сильно испугались. Санечек вышел, Алексей, на автостанции. Приезжаем сюда, Мурки нет. Сердце ёкнуло. Ну, блин, ну, как ребенок. Ну, сердце ёкнуло. У меня сейчас собачка маленькая, что же Аня купил, Мухтар. Вить, короче, блин, все уже, знаешь, уже просто хотелось собираться и уезжать. Ну, уже, чуть слезы на глаза. Она, блин, в багажнике зарылась в вещах прям в самый низ и там спала. Мурка все проверяет. Она унюхала нами. Чувствует, да, все нами. Все. Все. Можно значит, теперь помыть. Можно жить здесь. Да, не убегает. Мурочка, мой. Хорошая здесь аура. Мы очень удобно расположились. У нас здесь стоит машина, там рядом туалет. И вот он наш лагерь. Перекусим. Да, слушайте, мы с самого утра ничего не ели. А уже почти вечер. Почти. Мы уже забыли. Без десяти вечер. Без десяти вечер. Вот не хотел пить, видно, придется отдегустировать ставропольское. Знаете, человек 800 километров вез, ящик пива привез, вот он. Смотрите, как Став город называется. Нефильтрованное. Нефильтрованное, светлое, настоящее живое. Сейчас это тебе, сейчас Саш. Спасибо. А я приду потом. Давай. Хорошо? Нет, хорошо. Ты в морозилке лежишь? Да. Дай мне это, смотри, кормит. Смотри, грызанец палец. Смотри сюда. Бзыки у него лапы. Привет. Я выражу вам свою благодарность, Вячеславу, выразил. За Полинария. Один из лучших каналов. Все ссылки будут в описании. Они сидят, друзья. Мы по Крыму с позитивом. Я такая в голове. Мы с собой вам позитивчика привезли в этот раз, Алексида. А я только хотела сказать, Алексида. Это наш позитивчик сегодня. Ну, вы привезли много позитива. Да. Привет. По 50, да? Давай, давай. У ребенка я игрушку отняла. Вас ждем. Леха, ты шоколад привез? Да нет, ты что, какая шоколад? Жара какая, ты что? Да, блин, надо было холодильники мутить. Вот так вот попросили человека, привези шоколады не своего привез, знаменитого. Да? Правильно, не привез, а правильно. Вот, я же говорю, пока ехали, жара, он говорит, он растает. Он растает, надо его съесть. Ну все так говорят, это шоколад должен был съесть. Когда мы вспоминали о тебе. Я думаю, что я икал? Тот оффроуд вспоминали, когда мы с Аней приехали. Да-да-да. Нет, мы не в таком плане вспоминали. Хотя я говорил, что типа, ну блин, оффроудовские, там джипинги вот эти всякие, это только, да, вообще.
Не, этим надо болеть вообще, просто. Это должно быть. Больные. Купить машину, чтобы ее потом ее убивать. Да. Это вообще нормальный жесть. Человек на это жесть. Не способен. Чтобы заниматься джипингом, это должно быть в крови. Купить машину, сделать, проторчать в гараже, черт знает сколько времени, сделать из нее такую классную тачку, а потом взять и заехать какую-то в грязь, по ноздри причем, и говнять ее, говнять, давай! Ну это пипец, ну как так? Это вот приготовление шашлыка. Посмотрите, сколько мяска. Прям все выглядит очень аппетитно. Ой, какие запахи, прям супер. А запах сразу, да, пошел? Да, запах сразу пошел. Разное мясо, что ли, ставите, да? Ой, да, это судака, это белое судака. А еще чувствовать. Сань, становись между Аленками, загадывай желание. Ставочка загадывает, чтобы утром похмелье не было. Я не пью, мне похмелье не вредит, так что... А? Так что пусть у вас у всех будет похмелье. Да, у вас у всех будет похмелье, а я себе буду нормально. Алена, где Вася? Дома остался. Приедет? А, он с дочкой. Все понятно. Вася, хочу! Вася вообще душа в компании. Господи, а тебе что? Опять. Задний привод, сейчас будет камни лететь. Что ж, получится у BMW заехать на эту горочку. Помнишь, как на оффроуде сказали, блогеры они не помогают, они стоят на камеру только снимают. Ну, для обычного человека беда, для блогера контент. Андрюх, подержи, пожалуйста. Давай. Костя, привет. Привет. Это не чай. Компот. А, это крымский чай, да? Да. BMW видели, как еле-еле выехал, да? Просто мне интересно, вот эта машина, она тоже заднеприводная. Ну, мы сейчас сравним, кто круче, BMW или JM. Ну, он вообще этот, издевается. Он издевается. Друзья, ну что, прокатимся с Лёхой? Все так все и начиналось. Лёх, ты только резко не тормози, а то жизнь реально назад повернется. Нет, на самом деле, как бы камушки очень скользят. Ну, машина скользит. Так тут цепучка такая, конечно. Ну да, цепучка тут конкретно. Бэха заехала. Оффроуд от Алекс ТВ Лайф, шаман. Дубль 2. Это что такое, Лёха? Это не по-блогерски, не по-блогерски вообще. Лёха, ты можешь на колесо встать? Все, Лёх, красавчик. Вообще, да? Молодец. Много интересных людей. Ну, а Ялта — это клондайк истории, культуры, известных, интересных людей прошлого, настоящего и будущего. Поэтому еще раз благодарю за то, что именно в Ялте вы. Это действительно все очень интересно, все очень здорово. Не будет гораздо лучше, чем было. Все у нас получится с вами. Спасибо. Друзья, ну я как блогер и организатор фестиваля, один из организаторов фестиваля, я скажу, уже все делается. То есть уже школа ДЮСШ, ну вот кто местный ялтинцы, знает, что уже новый стадион, мы начали это с Андреем Проценко, мы приехали, подняли эту тему в администрации, сейчас можно просто посмотреть. Стадион уже стоит новый, да, просто детки уже бегают не по какому-то там, вот по такой гальке, да, а бегают уже по нормальному стадиону. Также мы поднимаем постоянно новые проблемы, и мне понравилось в этом году, когда я приехал к Ивану Ивановичу, и я говорю: Андрей, мы можем как-то встретиться с мэром? Я мечтал, я просто, ну, вы все меня знаете, да, мы здесь все свои, как бы.
где я и где Мурьялка, да? Там я могу с ним увидеться. Я говорю, Андрей, мы можем как-то это сделать? Он говорит, Вить, приезжай в администрацию. В первый же день, спустя 20 минут, мы посидели в приемной, зашли к Ивану Ивановичу и начали поднимать наши первые вопросы, которые мы тут с блогерами все, ну, мы общаемся, вы все это знаете, да? Поэтому мне это очень нравится. Спасибо вам большое, Иван Иванович. Администрация города Ялта хотела бы отметить блогеров и вручить благодарственные письма главы города. Гордиенко Аполлинария Николаевна, ютуб-канал Аполлинария Гордиенко. Молодец! Почему? Ярко Анна Юрьевна, ютуб-канал Анна Ярко. Ярко. Спасибо. Ярко. Сидоров Александр Владимирович, канал Алекс Сид. Саня. Саня, ты блогером, я такого не видела. Вот это Леха, это не коррупционер. Честный мужик. Следующий у нас это целая семья. Романенко, Дарина Сергеевна, Александр Сергеевич. Канал «По Крыму с Дариной». Саня. Награждается Суворов Дмитрий Сергеевич, ютуб-канал «Жизнь и отдых в Крыму». Ой, привет! О, привет, успел! Наконец-то он добрался. Поздравляем! Пока заехал, не умер. Ты с мэром приехал, что ли? Мурзаев Алексей Павлович, ютуб-канал «Шаман». Оппозиция! Белоконь Иван Сергеевич, ютуб канал «По Крыму с позитивом». Друзья, ну вообще прям. Молодцы! Спасибо большое, спасибо. И отдельно мы хотели бы ценным подарком главы города наградить организаторов 5-го форума ежегодного Крым-блогфеста. Это Петровский Виктор Юрьевич, ютуб канал «Петровский». Друзья, ну прям очень приятно. Но там мне 5 не дал. Ты мне 5 не дал. Спасибо. Это тоже Ванечка. Это я ему помогу. Бордовская Алена Александровна, ютуб канал Алена Бордовская. Ура! Аленка! Не знаю позиции. Это так не видно. И снова семья Репринцев Вячеслав Вячеславович. Репринцев Вячеслав Вячеславович. Грамоту от мэра города Ялты. Слушай, ну это прям очень приятно. Действительно. Давай Славика снимем. Очень круто. У меня его честно коленки почему-то трясутся. Мы приглашаем вас к столу. У нас есть шашлык, фрукты. Это так неожиданно. Мне кажется, я прям сейчас расплачу. Также хотели бы предоставить слово депутату Южинского городского совета. Я только вот выйду. По данному округу, где мы сейчас находимся, очки надо было одевать. Лёха, поэтому очки, да. На самом деле, вот только год назад на этом месте, вот, в самый разгар предвыборной кампании, мы отметили первый день Васильевки за все время существования. Сегодня, с появлением таких людей, как Иван Иванович в нашем городе, конечно, мы уже видим то, что изменения начинают происходить. Говорят, средства массовой информации – это четвертая власть. Вот нам хотелось бы, чтобы итогом нашей с вами совместной работы люди увидели самый прекрасный город на Земле. Это тот город, в котором мы живем. Будем помогать друг другу в этом. Спасибо. Ура-ура! Спасибо! Спасибо вам, кстати, за фрукты, которые вон полный стол стоит. Ребята, это вот от Олега. Большое спасибо, да, вам. И я еще раз хочу повторить, что уже неделю, год, наверное, когда мы проводим совместно, да, с администрацией города Крым-блогфест. Но я думаю, кто приезжает уже первый, второй, третий, четвертый, пятый год, тоже у кого-то, да, попросил? Вы видите разницу, и будем продолжать дальше. Иван Иванович, у нас есть шашлык, фрукты. Если можно, даже немного вина. Иван Иванович! Вот, не фотографируйтесь! Давайте сделаем общее фото, действительно. Давайте сделаем общее фото на память. Давайте все вместе станем. Ребят, поднимайтесь, кто хочет фотографию, давайте вместе все станем. А можно тут за колени, да? Ванек, тебе можно все. Спасибо! Спасибо! Ура! Спасибо, Маныш! Я на
наверное. Ура! Давай! Давай! Кость, я передаю тебе, я с ним чокнулась. Давай! Давай! Я чокнулась. Да, с вами. Ваня, не, Ваня, нет. Там все же думают, что теперь можно пить и есть, и все на этом. Да, ничего подобного. А можно пирог? Во-первых, у нас будет сегодня лотерея. Я бы сказала, что беспроигрышная, но нет, выиграют не все. Иван Иванович выиграет! Там листочки, вам нужно будет написать свое имя и последние 4 цифры своего номера телефона и сдать эти листочки мне. Ура, давай, я выиграю. А потом мы выберем кого-нибудь, кто выберет самого... Ну, короче, вообще, вечер, сейчас расскажу вам план. Значит, мы же все здесь блогеры, а что нужно, чтобы быть блогером? Успешным, классным, которого свой, вот популярным, что нужно? Кто думает? Иметь грамоту от мэра обязательно, 100%. Лайки, лайки! Сидеть на коленях у мэра? Это я! А, да, далеко пойдет. Это я сижу на коленях у мэра. Так. Моя очередь. Ваня, Ваня. Нужна небольшая чё, удача. Ты слишком долго плавал. Вы проходили мимо, а тут чё, упала ко мне, это прям ваше озеро. А у вас в этот Иван момент скоро выведет тебя отсюда. Вы фотографировали свою девушку, да? Там все, это... вы залили это видео. Там охрана, кстати, удачи, говорит, нужна. Надо того мальчика вывести. Окунул. Нужна какая-то хайповая тема, да? Правильно? Нужна такая тема, чтобы всех зацепила, правильно? Проверим, кто у нас хайповый. Но это будет чуть позже, завтра. А еще один конкурс, который работает прямо сегодня, это пост в Инстаграме про сегодняшнее мероприятие. Ребят, я вам скажу, кто наберет хорошее количество лайков, а тут надо мало того, что, как говорится, классно написать, классно, это ж надо еще выпросить, да? Правильно? Поставьте мне, пожалуйста, лайк. Но мы немножко все попрошайки, согласитесь? Подпишитесь на меня, пожалуйста, поставьте лайк. А ты оставил свой комментарий, правильно? Значит, будем смотреть так. Один приз выиграет тот, у кого под постом будет больше комментариев. Второй выиграет тот, у кого будет больше всех лайков. Так, вы не считаетесь, кто смотрит сразу. Так, ну я победила. Она уже такая, так. Да, конечно, не блогеры в первую очередь, ребята. А, ты не блогер? Вы не блогеры, нет? Она решила покинуть блогинг, да? Я ухожу, главный хайп, да? Я закрываю канал, я ухожу, да? Это, кстати, тоже работает. А призы-то какие? Это у меня будет, что будет? А призы? Ребята, я вам просто скажу. Если вы думаете, что вы пришли на какую-то просто свадьбу, и вам будут дарить, типа, там, кружку, там, какую-нибудь... И, знаете, все по 50, да, знаете? Я туда сходила такая, сувениров все по 50 набрала. Не-не-не, ребята, у нас все по-серьезному. Мы блогеры, у нас все по-цифровому. У нас будет колонка, Bluetooth-колонка. У нас будут часы Xiaomi. У нас будет еще там что-то. Вот у меня есть чудо-пакетик. Ребята, призы хорошие на самом деле. Так что давайте, участвуем. Ну и, конечно же, еще что должно быть у блогера? Это симпатия и харизма. Так что в конце, к обеду, будем выбирать харизматичного, веселого душу компанию. Сказала не по-русски, но все поняли, правильно? Так, у кого-то есть еще какие-то предложения по поводу сегодняшнего вечера? Мы же не так тут, типа, я тут тамада, там и туды-сюды. Может, давайте мы все за то, чтобы ты тамада была. Ты тамада, нормально, все за, все. Так, подождите, я не подписывалась. А кто тебя спрашивает? Скидываемся по 3000 тогда. Нет? Никто не скидывается? Нет. Ну ладно тогда, так и быть. Шампанского денег нет. Так, теперь вопрос. Ну, все же здесь творческие люди, правильно? Играть в игры будем? Да. А? Или будем тупо пить и есть? Нет, играть! Играть! И есть! Неплохое предложение. Вот этому столику налейте еще, там весело. Да, они там пирог уже хотят. А давайте теперь разрежем пирог Крымблок. У кого есть нож? Ален, рано, мне кажется. В смысле? Торжественно сейчас под музычку. Алена, интригуй, интригуй. Рано. Он просто сладкого сейчас не хочет. Поинтригуй. По себе люди не судят. Все хотим пирог. У нас их два. Ваня, такую красоту всегда можно разрезать. Один сегодня. Такую красоту успеем разрезать. Потом поздно будет. Я предлагаю сохранить и высушить от пирог. Это главный наш разрезатель. Света с ножом. Вы выглядите очень опасно, если честно.
Ну что, ребята, давайте на счет три. Теперь ты давай. Давай кусай. Толя. Да. Давай кусай. Кусай, я вообще-то мужик сюда не хотела. Все нормально, да? Вкусно? Вкусно сделали. Класс. А где ты чай взял? Сейчас чай? Ты хочешь чай? Ну, можно у нас в лагере заварить. Ребята, самое главное, под постом кушает крем. Вот и чаечек. Очень надеюсь на следующие встречи. Будем ждать вас в Ялте. Надеюсь, в хорошем здравии, в хорошем настроении. Спасибо, очень приятно. Спасибо. Спасибо. Спасибо, до свидания. До свидания. Все, можно танцевать. Это было слово, давай. Друзья, у нас сейчас идут игры. Говорим слово, и надо быстро угадать. Ружье! Пушка! Пушка! Давай, плюс 10 секунд у нас есть. Давайте, плюс 10 секунд. Нет, 3 секунды добавили. Слушайте, ну атмосфера просто позитивная. Прям, ну, так, кто идет? Все, огонь просто. Все заряжены позитивом. Так, все играют, ну, класс. Как она отгадывает? Нет, отгадывайте вы. Давай, нам меньше времени дают. Раз, два, три. Ладно, блин, кто так спрыгнул? Быстрее, быстрее. А, у меня под платьем трусы. Так, я этим дрова, топор. Топор. Сакира! Я стреляю ласкательно! Ласкательно! Ты стреляешь ласкательно! Молодец! Я стреляю ласкательно! Пестик! Друзья, ну, собственно, вот так вот. Так, давайте. Вот так мы проводим Крымблок Фест 2020. Ну, все очень позитивно. Все смеются, улыбаются. И, ну, очень классная атмосфера. Прям, ну, наверное, никто этого не ожидал, но атмосфера очень классная. Раз, два, три. Сейчас два надо выбрать. Ласкательно, ласкательно. Ну такая игра, карта раскладывать, короче. Ну, дурак. Дурак. Нет, еще. Пасьянс, покер. Колбаса. Три палки. Покер. Следующий слово. Вообще. А, держи свою. Дай нам хоть бумажку, мы будем. Девочки. Давай, девочки, давайте. Давай. Аня, идем, ты. Идем, да. Давай, ты, давай. У тебя как раз свет так упал на тебя, давай. А что надо делать? Читаешь слова и объясняешь. Если попало солнце, то, что светит на небе. Ну, типа игра с солнцем. Ань, надо только не угадать, ни в коем случае. Раз, два, три. Медленно. Я ничего не понимаю. Молодец. Да ладно. Да все, уже прошло 20 секунд.